Всем привет, девочки и мальчики. Не мог удержаться. Хочу вам показать главный автовокзал, новый автовокзал Вроцлава. Находится он 10 метров под землей. Над ним стоит большое здание. Находится прямо возле, практически на ЖД вокзале Вроцлава главного. Вы только посмотрите, это просто произведение искусства. Я уже снимал видео про Катовице, но там маленький автовокзал, который по городу, а это международный. Здесь 11 платформ, то есть автобусы заезжают под землю. И здесь связь, короче говоря, и Германия, и Украина, и по Польше, Чехия, Словакия, Австрия. То есть едут по всех направлениях. Я просто никогда, сколько был во Вроцлаве, никогда сюда не спускался, ребята. Это просто кошмар. А вот сюда вот, то есть это мы поднимаемся на кассу. То есть, как в аэропорту, единственное, что автобусы. То есть, я на карте смотрел всегда, что вот новый автовокзал написано. Я как-то и ходил же здесь, но никогда под землю не опускался. И вот это мы поднимаемся на первый этаж. Два эскалатора нас туда поднимают. Тут бесплатный туалет, лифт. Рядом торговый центр. Но сейчас ночь, как бы не особо. То есть намного уютнее, чем на ЖД. Вот у нас напротив как раз и ЖД. Вот это уже вход на ЖД вокзал Вроцлава. А вот так оно выглядит снаружи. Доводится в дубосовый. Очень красиво. Как бы всем пока.